И сегодня на официальном сайте детского Евровидения открывается зрительское онлайн-голосование. Организаторы значительно упростили процесс, отказались от телефонного смс-голосования. Никаких перегруженных линий, достаточно открыть официальный сайт конкурса на любом гаджете в любой точке мира. После предварительного просмотра видео с конкурсантами каждый сформирует свой топ. Минимум 3, максимум 5 песен. Что самое главное, голосовать можно и за своего участника. Это значит, что белорусы могут поддержать Даниэля Истремского, который представляет нашу страну. Участников детского Евровидения можно не только услышать, но и увидеть своими глазами. Выпущены дополнительные билеты на танцпол, на генеральный прогон, который пройдет 24 ноября. Приходите заблаговременно. Еще до начала шоу вас ждут множество развлекательных зон в фойе Минской арены.